По прогнозам экономистов, в ближайший год-полтора стоимость электроэнергии и газа для населения увеличится в 1,5-2 раза. А значит, в 1,5-2 раза вырастут и коммунальные платежи. Можно ли подготовиться к такому подорожанию, чтобы оно больно не ударило по семейному бюджету? Можно, ответили на наш вопрос технологи, разработавшие новую технологию утепления частных и малоэтажных домов. Итак, знакомьтесь, теплые плитки. Теплые плитки – это 2 в 1, и утепление, и декоративная отделка фасадов. Это быстро, надежно и тепло на долгие годы. Начнем с цифр. Утеплив дом при помощи теплых плиток, вы ежемесячно экономите на обогреве помещения не менее 35% теплоресурсов, независимо от того, из какого материала построен ваш дом. Если же утепление по технологии теплой плитки учтено на стадии проекта, при эксплуатации построенного дома экономия энергоресурсов может составить до 57% ежемесячно, а значит, окупаемость затрат по утеплению дома будет полностью погашена за 1 отопительный сезон, а то и за несколько месяцев. Более наглядно это выражается так. Отопление стандартного дома из ракушечника в сезон в среднем при средних температурных показателях в нашем регионе обходится в 4800 гривен. После утепления теплыми плитками хозяева дома платят всего 1600 гривен. То есть отопление 150-метрового дома в месяц обходится в 270 гривен, а обогрев 1 квадратного метра площади в 1 гривну 70 копеек. Выгодно, на наш взгляд, более чем. Для сравнения напомним, что в среднем по городу отопление 1 квадратного метра квартиры, расположенной в многоквартирных домах в спальных районах, обходится в отопительный сезон в 6 гривен. То есть за отопление дома вы заплатите столько же, сколько платят за отопление двухкомнатной хрущевки. Есть очень педантичные заказчики, которые сидели с секундомером перед котлом до утепления и секундомером перед котлом после утепления. По их расчетам 41% экономии по газу. Это минимум. То есть, а так, по тепловым расчетам, до 57% идет экономия по отоплению. Но сохраненное тепло – это не единственный довод в пользу теплых плиток. Вместе с утеплением вы получите сразу и обновленный декоративный фасад. Причем выбирать можно более чем из 10 вариантов плиток различных фактур и размеров. И это без учета различных комбинаций. А следовательно, налицо экономия и здесь. Не нужно дважды оплачивать работу строителей и тратиться на черновую отделку фасада и декоративный фасадный материал. Утеплять и одновременно выполнять отделочные фасадные работы по технологии теплой плитки можно как при строительстве нового дома, так и реконструкции уже бывшего в эксплуатации дома. Разработчики утверждают, что теплые плитки – это не только надежный, но и прочный отделочный материал. Он прочнее популярного короеда в 10 раз. Что еще важно, теплые плитки – это самый быстрый метод утепления и отделки дома. И еще немаловажный фактор – это противовандальность. То есть сломать эту плитку тяжело. В нашей технологии мы сращиваем бетон с любым утеплительным материалом. Это может быть пенопласт, это может быть минвата, это может быть пенопластикло, все что угодно. Теплые плитки – это плитки размером 50 на 50 или 50 на 25 сантиметров, состоящие из 2 слоев. Первый слой – противоударный и декоративный, состоит из армированного бетона с полимерными добавками толщиной 18 мм. Второй слой отвечает за сохранение тепла и состоит из полиэстерола 35-й плотности или минеральной ваты толщиной до 40 мм. Эти 2 слоя срощены между собой, что и гарантирует надежность и долговечность данного материала и технологии утепления теплой плитки в целом. Стоит добавить, что гарантии от производителей на теплые плитки 30 лет. Другими словами, задумываться об обновлении фасада и следующем утеплении дома можно аж через 30 лет. Более подробная информация на сайте «Утепляем дом». На все вопросы об утеплении вам ответят по телефону 787-22-62. Приезжайте и знакомьтесь с теплыми плитками по адресу улица Академика Королева, 28.